Боря еще не Порпор, потому что он студент, поступил, учится, тренировки, соответственно, пропускает. А, вот он. Я за выслугу лет пояса не даю. По местам! Упор лежа приняли! Саш, сколько времени занимает разминка у тебя на тренировке? Ну, полчаса. Беговая, акробатика, физуха и растяжка, ну плюс там дриллы, полчаса. Общее время тренировки? 2 часа. Полчаса на технику и час борьбы. Антон, не опускай голову! Направо! Сначала давайте поприветствуем. У нас сегодня в гостях команда BG Freaks, Алексей, Настя. Вам салам. И сегодня начнем с повторения. Даня, иди ко мне. Сразу начинаем не закрытого гарда, а сразу забрали отворот рукав. Сразу положение, две стопы упираются в таз. Отсюда, вспоминаем. Забрали сразу опорная точка рукой. Локоть развернул, притянул к себе. Колено внутрь. Раскрыл ногу соперника, закрыл локоть колено. Дальше забрал за пальцы. Приподнимаюсь, провожу внутрь, сел. Колени сжал, колени, стопы смотрят ровно на соперника. Забираю захват за штанину. Опираюсь рукой, которую держу захват, на своего партнера, поднимаю таз, амплитудный мах ногой, выхожу на экспресс. Контроль, отпустил штанину, забрал сетбелл. Все помнят? Да. Хорошо, первые номера приготовились, раз, два. Все, один раз показал и все. Так мы уже вторую неделю его работаем, поэтому как бы те, кто входил, все знают. Остальные сами виноваты? Конечно. И тренер. Сегодня еще прежде, чем мы перейдем к следующим вариантам прохода охраны, мы доделаем связку из этого положения. То же самое начало, захваты. Забрали захват, локоть развернули, подтянули, колено.
внутрь, нагрузили бедро, забрали пальцы, встали, сели. Дальше отсюда тот же самый проход на экспресс. Выше. И обратите внимание, я разворачиваю соперника на бок. Именно это положение мне нужно. Отпускаю штанину и забираю захват сидбелл. Забрал. Колено под голову. Амплитудный марс. Такой через пояс. И закатываю просто на себя. Забираю спину. Вариант забора спины. Либо просто поставил, либо сразу перекрываю через руку. Закрыл замок. Забрал отворот. Отсюда уже показываю. Сели. Мак развернул. И вот он мне нужен здесь на боку, чтобы забрать спину. Отпустил захват. Забрал сидбелл. Колено под голову. Оно не должно стоять в районе плеч или тем более поясницы. Колено прям под головой. Да, извините. Вот сюда. И посмотрите голень. Она не должна стоять перпендикулярно его телу. Она становится параллельной. Иначе я буду закатывать на себя, я не смогу его так. Она будет блокировать мне уход на спину. Развернул. Мах ногой, перекрыл пояс. Затянул. Здесь либо просто нагнал, либо через руку закрыл. Перестаньте. Перекрыл через руку. Закрыл замок. И теперь спокойно забираю отворот, руку за голову и вытягиваю свою руку. Все должны это уже помнить. Вопросы есть? Еще раз. Давай. Отсюда сразу показываю. Когда мы развернули хабу, забрали сидбелл. Колено под голову. Ножку развернул. Мах ногой прижал. Накатил. Перекрыл руку. Закрыл замок. Отворот. Раз, два. Руку натянул, завел за голову. И развернул в сторону атакующей руки. Хорошо? Раз, два. Ребят, сейчас два раза один, два раза другой. Самостоятельно меняется. Приготовились? Саш, сколько по времени они отрабатывают в каждой паре? Одно движение? Да. Ну, примерно движение выходит, если, смотри, если это уже знакомое движение, и мы его отрабатываем в режиме дриллов, да, то работаем от минуты до двух на человека. Вот, если же это движение незнакомое, новое, то примерно на отработку одного движения уходит, ну, примерно в районе 6 минут. Но опять же, это в зависимости от движения, потому что есть комбинации, которые я разбиваю по частям, да, и, соответственно, каждая часть... Она, ну, составляет там определенное количество времени. И потом, если посмотреть всю комбинацию, то это время увеличивается. Соответственно, ну, просто зависит от непосредственно того движения, которое мы отрабатываем. Сегодня? Ну, сегодня вот на всю отработку всех движений уйдет полчаса.
Все, ребят, закончили. Дайте ей пятый страйп. Это только с синим поясом ассистируешь. Даня. Также сразу же показываю из этой позиции. Вы начинаете, когда соперник еще держит гард, пока вы сюда еще не вышли. Я показываю сразу отсюда, потому что это наша отправная точка, да, куда мы выходим на экспресс и также выходим на слайд. То же самое движение делаю отсюда. Захват, раз, два. Теперь я приподнимаюсь и разворачиваю тело соперника в сторону своей свободной ноги. При этом посмотрите, обратите внимание, как моя работает рука. Я блокирую ей таз. Если сначала я был здесь, то когда я его разворачиваю, эта рука переходит уже на другую сторону, я локтем блокирую таз и разворачиваюсь. Плотно. Рука согнута, колено на бедре. И здесь желательно сразу же перейти коленом в татами. Не должна висеть нога, иначе он может использовать клетку, либо... Да. Сразу, как только я его разверну, я сразу же ставлю колено в пол. Дальше захват, либо за рукав, либо за локоть. Могу даже использовать захват здесь, но я предпочитаю этот захват. Дальше, когда я в эту позицию вышел, голова в подбородок, развернул его тело и голову в другую сторону от себя, соскальзываю вниз и назад, соскользнул и пошел назад. Пошел, развернул его таз. Колено подставил под ноги, забрал захват. Последнее движение ногами очень важно. Еще раз напоминаю, почему. Если мы сразу отсюда вышли, соскользнули и сразу развернулись, он восстановил колено, и мне опять нужно проходить гард. Поэтому не допускайте этого. Развернули, колено поставили, сразу забрали руку. Головой отвернули его подбородок, развернули корпус в другую сторону, оставили его вниз и пошел назад. Вот развернул его так. Еще раз. Отсюда, когда начинаю переводить, локтем уже блокирую таз. Колено развожу в эту сторону и сразу поставил в пол. Ну все, здесь шансы прижат, чтобы это колено его не мешало мне, потому что если я отжался, то я не делался, не ставить свои щитки, и так далее. Я должен быть здесь. Вот. Забираю захват, головой разворачиваю, соскользну и пошел назад. Раз, два. Че? Угадай, меня... сколько тебе бороться сегодня? Полчаса? Сколько? Что? Сколько? Ну, в смысле? Ну, да. Ну, не больше же получаса. Отсюда те же самые захваты, то же самое положение. Но теперь я перехожу не в эту сторону, а в обратную. В среду кого не было? В понедельник. Раз, два, три, четыре. Ладно, попробуем.
поднимаюсь, перехожу на эту сторону, посмотрите, эта нога заходит под коленку, а второй обошел нижнюю ногу. Поставил также колено в пол, как и на слайдере, грудью зафиксировал нижнюю ногу, эта рука блокирует таз. Все, нагрузил полностью. Здесь отворот, держу, прижимаю, чтобы он не вытягивался, соответственно, не восстанавливал позицию. Вот здесь колено под его колено. Теперь прыгаю. Нагрузил грудью животом, загрузил ногу. Здесь заблокировал таз. Здесь отворот держу, прижимаю к себе. Контроль. Зашел. Вот. Смотрите, как находятся ноги. Мое бедро между двумя бедрами соперника. И после этого прижимался животом и грудью. Захваты держу. И обошел. Все, раз, два. Также по два раза меняемся. Работаем по заданию. Исходная позиция, вот то, как мы уже сели на голи, начинаем проходить. Верхний, соответственно, ваша задача пройти охрану. Нижний сейчас на инстинктах работаем. Пытается восстановить гард, сделать свип, забрать спину и так далее. Сабмишн и все остальное, то, что мы делаем из гарда. Иди сюда. Ты снова? Да. Еще где-то час назад, когда разминка закончилась. Приготовились! 3, 2, 1, начали! Apple Pay работает. Кто без пары? Ну все, погнали. Все, руки поджали, начали. Свободный спар. We'll be right back.
Борь, ты вообще потеешь? Слегка. Да, карантин давился очень плохо. Мучаете, по крайней мере, мне. Мучаете бедную единственную девушку. Да вообще. Вообще. Что делать? Что делать? С ней уже 20-й год сошел. Лично я так плохо себя никогда не чувствую. Загоняю. За свой 41 год. Вообще ни разу. Вторая неделя. Не стоит, а. Ну что, как она? Капец, я устала. Осталось полчаса. Меньше, ты меня обманываешь. Ну, 25 минут, окей. Как много для радости надо, на 5 минут просто. Много молодых, резвых мужчин. Резвых, самое главное. Они недолго не думают, там особо ничего не делают. Просто... Время идет. У нас там сколько? Вот сколько тут времени. Настя бодряком себя чувствует, как вы могли заметить. Готовились по парам! Ой, пойду спрячь. Иди пару ищи. Ты должна выложиться на все, последние складки. Я уже выложилась на все, давай, ты что, понимаешь? Сейчас соберись, еще один раунд. Давай, давай. Это выпускай тюбочку. Давай. Господи. Они тебя уже все боятся. Я больше никогда не приду сюда без воды, просто я подыхаю уже. Ладно, ребят, приготовились. Горжусь собой.
Я вот сейчас тапки надену, в душ пойду и все смою. Вот, ну, в общем, короче, мне понравилось.